because many companies are here. УАК — это крупнейшая разделительная корпорация России. So UAC is Russia's largest aircraft designing and manufacturing corporation. В состав которой входят все известные производители самолетов. Which includes all the main producers and the manufacturers of aircraft and aviation complexes. Такие как Илюшин, Туполев, Сухой, МиГ, Яковлев. Such as Сухой, МиГ, Илюшин, Туполев, Яковлев, Бериев. О чем я хотел сказать в начале своего краткого выступления, это о том, что 22 год для корпорации является значимым, поскольку в 22 году наша компания из холдинговой структуры перешла в формат операционной компании. So what I would like to start with is this year 2022 is very important for us because we have been transforming, and this year we're transferring from holding company to a full-fledged company that produces and manufactures aircraft. Фактически один уровень управления, который раньше был, где мы были как акционеры компании, были как наши активы, наши дочки, теперь превратился в один. Теперь у меня нет акционеров, есть единая операционная компания, куда ядро, которое составляет компания УАК, Сухой и МиГ. So we're, you know, flattening the management structure, making it simple, and making not like a holding, but as a single company, united. UAC, MiG and Sukhoi have been united into one single company. And we also including other companies in our management structure, the Tupolev, Ilyushin and Mirkut Corporation. Говоря о текущем положении, я бы хотел, в первую очередь, сказать, что несмотря на непростое время, которое в целом в политическом, военно-политическом отношении происходит у нас в стране, тем не менее компания успешно развивается и в этой ситуации отвечает всем тем вызовам, которые возникли на современном этапе. Speaking about today, in these difficult circumstances, I would like to say that the company is still working successfully and is working as usual, given all the drawbacks that we're facing. Какие вызовы, с которыми мы столкнулись в настоящее время? Их два. Одно из которых лежит в области гражданского, второе в области военного самолетостроения. So two challenges that we're facing. One is with civil aircraft business, and another one is with military. То, что касается гражданского самолетостроения, понятно, что с прекращением поставок и самолетов, и обслуживания иностранной авиационной техники дополнительно поставила перед нами задачу заместить выбывающую иностранную авиационную технику отечественными самолетами. So with civil aircraft, our main task is to substitute foreign aircraft with indigenous Russian developed and manufactured aircraft to fill the gap of foreign manufacturers that are dropping from our market. And we have three main tasks in this situation. Первое — поддерживать исправность как можно более длительный срок порядка 200 отечественных самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации Российской Федерации. First one is to continue stable operation of the fleet that is currently in the Russian Federation that are Russian-built aircraft. Второе — как можно быстрее закончить программу импортозамещения и перевести в производство полностью российских самолетов. Second is to finish as soon as possible the import substitution program and begin to manufacture wholly built Russian aircraft. И третье — нарастить темп выпуска гражданских самолетов до 120 штук в год. And third, but not least, to increase the volumes of production of Russian aircraft to about 120 units per year. Если сейчас мы делаем порядка 40, то это рост практически в 3 раза. So now we're making about 40 aircraft per year, which is a threefold increase in the near future. И сделать нужно максимально сжатый срок. And it should be done as soon as possible. Поскольку Boeing и Airbus не будут стареть, уходить из эксплуатации, их нужно замещать отечественными самолетами. Because the Boeing and Airbus fleet will age and will be dismissed from the fleet and we have to substitute it with our Russian aircraft. По военному самолетостроению понятно, что у нас вызов связан с проведением специальной военной операции. So with military aviation, of course, our main challenge is the special military operation that is currently going on. И здесь наша задача в тесном партнерстве с Министерством обороны, с нашим заказчиком, обеспечить со своей стороны технические.
техническую, технологическую задачу, связанную с бесперебойным функционированием авиационных комплексов, которые принимают участие в этой операции. And here our main task is with joint work with Ministry of Defense to ensure the stable operation of the fleet that we have to maintain. И также поддерживать на высоком уровне темп производства военных самолетов для поставки Министерства обороны. And also to continue to produce new aircraft per government orders in given schedule. При этом мы выполняем и будем выполнять все наши обязательства по линии военно-технического сотрудничества, как по поставкам самолетов в целом, так и по поставкам запасных частей, осуществлению ремонта, модернизации и так далее. Ни одно из обязательств наших по линии ВТС мы сейчас не отказались и не перенесли. At the same time, we are remaining to be a reliable partner. We both for domestic production and for export. All our contracts are in place. All schedule are, are fine, and we are maintaining a very good relationship with our partnerships, both abroad and here. Несмотря на ожидаемые, понятные трудности, связанные с логистикой проведения платежей, тем не менее мы работаем в тесной кооперации с военными заказчиками из многих стран, выполняя обязательства по обеспечению исправности поставкам российских самолетов. So despite current difficulties with logistics and payment and money transfers, we are fulfilling all our contracts, spares, after-sales support, supply of new aircraft, and all our partners are fully also engaged in this. Вот то, что я хотел сказать вначале, то есть еще раз суммируя, мы живы, мы работаем, мы наращиваем объем производства, мы выполняем свои обязательства перед внешними заказчиками. So summarizing the introduction, so we are alive, we're actively working, we're working with our partners and fulfilling all our obligations. И стараемся в это непростое время быть надежным партнером как для Министерства обороны России, так и для уважаемых заказчиков из других стран. And we'll continue to be a good partner for both our Ministry of Defense and our customers from different countries. Готов ответить на вопросы. Единственное, что у меня немного времени, но я коллег не оставлю, потому что еще продолжим. 5 minutes for some Q&As, please. Стороне, как развивать флот. В данной ситуации дискуссия, обсуждение идет на стороне Министерства обороны Индии. Вот мы в ближайшее время планируем визит в эту страну, так что предмет в процессе этого визита как раз обсудить наши подходы к модернизации. So we several times have offered our vision of the upgrade program, and it's in current an ongoing discussion with Indian Air Force, and we have put on the table our offer, complete offer, and in the near future we plan to visit India and to have a meaningful discussion on the way to move forward in that issue. То же самое касается, собственно, и тендера на легкие истребители. Собственно, все необходимые данные были выданы и сейчас находятся в процессе обсуждения заказчиками системы. So the same actually applies to the tender for the light combat aircraft, and all our vision and offers have been put down and laid before the Indian Air Force, and they are now under consideration. По-прежнему считаем, что только вариант с российским самолет истребителя МиГ-29 способен обеспечить требования и локализации Make in India, и условия, связанных с передачей чувствительных технологий. So we firmly believe that only the variant with the MiG aircraft is able to comply with technology transfer and local production that India is asking for in its request.